Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Oppo Reno 5 произвести операцию Factory Reset, то есть сброс всех настроек заводским. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел дополнительные настройки, затем создать рекордную резервную копию, перезагрузить, удалить все данные, сброс заводским настройкам, и затем удалить все данные. Затем еще раз удалить данные, затем еще раз, и после этого телефон будет перезагружен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!